Хай, мои дорогие друзья, и у меня еще есть продолжение про то видео. Мы остановились на вот этом вот офисе. Это я сама придумала свой ФНАФ, такой вот офис моего ФНАФа. Вот такие вот камеры. Тут просто человечки, чтобы было понятнее все. Вентиляция, окно. Дверь, сцена. Аниматроники, это черный кот. Вот такой вот серенький, бело-серенький короляк. И вот такая вот павлиниха. И тут не попкорн. Вот попкорн. Вот у нас маска и планшет. А вот это я пыталась нарисовать. Пыталась рисовать Фокси и Майка Шмидта. Это я впервые в жизни. У меня получилось нарисовать Спрингтрэпа. Это из комикса «Спросите меня». Что-нибудь Голден Фредди. Тоже пыталась нарисовать Майка. Это из одной песенки. Все норм. Это песня Майка. Я написала выпуск. И это моя косочка. Я вам ее потом покажу. Покажу. Я покажу. Все. Рисунки на листах. У меня два новых. Это... Такие вот аниматроники с Фокси. Вот Фокси. И с Майком Шмидтом. Вот этот тут Майк Шмидт мне нравится. Он получился очень хорошо. Тут грустно плачет. Не знаю, есть такая эмоция или нет. Есть такая эмоция, знаю, злой. Удивленный, есть или нет, не знаю. Не знаю, такую грустную, есть или нет. Испуганный морд иногда есть, веселый, ну, морд редко, и злой с душой точно есть. И тут мини-комикс. Ты спал? Да, и сейчас 5 часов одна. Чего? Я могу идти? Да. Бац. И 6 часов утра. 6 часов утра. Теперь приступим к этому блокнотику. Я тут все сразу пролистну. Все сразу. Ганнам стайл. Это сразу маркером рисовала. Мяу. Это я, злая и добрая. Это Мэйлос. Это я, на Sister Location и Baby. Гуманизация, так сказать. Гуманизация моей мамы и меня. Вот, наверное, вы его не видели. Это кошмарный Фреддер. Пыталась нарисовать. Тут я пыталась нарисовать мои кошмарины. Тоже мои кошмары пыталась нарисовать. А вот это была раньше я, видеохранница. Меня звали Мэй. Ну, так, пока я не узнала о новом стиле рисования охранников. Такой вот я была
И да, на том рисунке у меня были красные кончики, а здесь синие. Они у меня просто меняются. Да, я такая добренькая, веселенькая, они у меня синенькие или голубенькие. А когда я злая, у меня они красные. Это у меня скоро игрушка с Алиэкспресс придет, Мангл. Обалдеть, этого рисунка просто. Это Фонька, и я, и Винсент, фиолетовый человек. Мне кажется, что вот так вот лучше. Типа мы селфи делаем. Он тут пытается бежать. Это Джереми в моем стиле. Снова я и Майк Шмидт в моем стиле. Вот моя парочка, это Фонька, а вот это я. И да, у меня тут розовый, голубой и фиолетовый. Также с рукавами. Надеюсь, вам видно. Это Фоня вот в таком стиле. Ручками. Вот этими вот рисовала я ручками. Такими вот. Очень хорошие, тоненькие. Очень хорошо рисуют. Новая Фонька, думаю, это телефонники. Тут больше у меня нет рисунков. Короче, скоро я буду рисовать в этой вот тетради. У меня тут есть один рисунок. Думаю, показывать или нет, показывать или нет. Ну, я немножко заплагиатила у канала Охрана ФНАФ. Короче, это пеный Майк. Это фиолетовый человек. Ну, это Фонька. Я немножко сама. Я сама тут писала, что захотела. И Фоньку сама приносила. Типа, он говорит, я и фея, я фея. Он такой, Майк, блин. А Фонька, ну на. Тинь-тинь, бухло. Винсент. Тут тоже больше у меня рисунков нету. А вот в этой вот коробочке у меня есть один такой блокнотик, которым я сделала самостоятельную обложку. Сейчас я его достану и вам покажу. Она просто красивая такая, я от нее тащусь. Вот эта картинка, от которой я тащусь, это Фонька и я. Если убрать вот тут сзади волосы, то я буду на него похожа.